По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 13 апреля все строительно-монтажные работы должны быть приостановлены в связи с опасностью распространения коронавируса. Но 17 числа жители Одинцова пожаловались на то, что в парке «Малыш» продолжается стройка. Сотрудники госстройнадзора провели инспекцию, чтобы выяснить, что происходит на самом деле. Люди написали, что ведутся некие строительные работы на территории парка «Малыш». Значит, вот по этому поводу мы и собрались. На сегодняшний момент мы видим, что техника отсутствует, работы никакие не проводятся, но, тем не менее, имеются признаки того, что работы проводились. Ситуация взята на контроль. В случае возобновления на площадке работ подрядчики будут привлечены к административной ответственности. Суммы штрафов от 100 до 300 тысяч рублей. Временно в Московской области разрешено возведение только объектов медицинского назначения и связи. Все иные строительные работы на территории региона приостановлены до 1 мая 2020 года. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».